Приветствую вас, друзья, зрители моего канала. В продолжение обзора монет предлагаю вам следующую монету периода социализма. Это монета Румынской Народной Республики номиналом 3 лей. Вид чекана регулярный выпуск. Год 1966. Материал сталь с никелевым покрытием. Гурт гладкий, с тиснением в виде двух волнистых лент, разделенных звездами. Вес 5,90 грамма. Диаметр 27 мм. Толщина 1,60 мм. Итак, на аверсе мы видим в центре монеты герб Румынской Народной Республики. Вверху вдоль канта надпись «Република Социалиста Румания», что означает «Социалистическая Республика Румыния». Внизу год чеканки. Автор изображения – художник Ионеску. Монетный двор Бухарест, Румыния. Тираж 8 477 000 штук. А теперь посмотрим, как выглядит реверс монеты. На реверсе монеты мы с вами видим масштабное изображение промышленного комплекса с нефтяными вышками и перерабатывающим заводом. И внизу номинал 3 лей. Вот такой еще один памятник социализму остался в нумизматике для нас с вами. Всем спасибо за просмотр и до новых обзоров. Всем удачи!